Ой, в жару рай земной. Это рай земной. Посенью сарайного закута. Пророк сам бой. Ой, жара. Жара плюс 30. Просто плюс 30. Мы с Валюшкой отдыхаем. Ой. И улыбнись камере. На штативе. Ой. Улыбнись. Видишь ее? А? Видишь ты ее? Пусть папа будет не увидеть. Помаши ручкой. Ой, жара. Помаши бери. Ручкой. Помаши ручкой. Бери. Помаши ручкой. Бери вот это все от меня. Что? Все. Жарко. Ой, жарко. Подлопятки вот эти. А? Ну это я же для клипа снимаю. А чего? Давай, делай песни за меня. Ну, что давай. А, будешь ты делать песни. Там вообще на дороге нельзя находиться. Плюс 50. Плюс 50, наверное. А в тени хорошо. Ой. В тени хорошо. Хорошо, пускай. Такое счастье, это рай. Ветер, видите, как береза. Мою любимую березку. Мою любимую березку шевелит ветерок и нас обдувает. А там жарища такая, что вообще. Ой. Дальше вниз. Ой. Дом моей свекрови. Ну, хватит. Дальше вниз. Ой. Дом. Ой. Икрой. Да. Черпти армяне, бандиты, приехали Петьке Лысому. Узнали, что у него четырехкомнатная, и он один живет. И приехали, говорят, продай нам квартиру. А он же злой такой, Петька Лысый, слышишь, вредный. Стоит с ними, с армянами, с двумя, разговаривает. Цыганской вид армянин. А он разговаривает. Прямо на лестничной площадке. Соседи пропустили, он говорит. А вы спросите у мамы. Можно продавать квартиру или нет? Армянин говорит. Давай говори адрес мамы. Говори адрес мамы, сейчас съездим. Купим у тебя квартиру, четырехкомнатную. Говори давай, достал записную ручку и карандаш, давай. Что он говорит? Говорит, хатынка, кладбище, ниже 2 метров. Этот армян, а ты шутишь, его схватил за горло, и Петя схватил. А ты, блядь, я тебе говорил, что я продаю где-то. Спустил его с лестницы. Молодец, правильно сделал. Потом к нему пришли эти, куда Альбина ходит, баптисты. На 7-го дня, адвентисты. И они его стали причесывать. Он открыл дверь и говорит, вот Бог, Бог, вот вам книжечки, мы свидетели, адвентисты. И говорит, и он слушал, слушал, говорит, я не могу вас слушать, говорит, я хочу есть, дайте мне хлеба, дайте баб. Они сходили, купили ему буханку хлеба. Он отрезал, теперь говорит, говорите, сам жует, ест и слушает. Они второй раз пришли, знали, что у него квартира. Он говорит, идите купите хлеба. Вот они второй раз сходили, третий уже не приезжает. Он стал жевать. Ой, блядь, рассказали же. Хо, Петька Иванов лысый. Ой, не мало от смеха. Так приятно, райская, это березонька миленькая. Ой.
по сеню степного закута, где молодость моя была. Да, старинные бревна, сколько ему лет этого сарая.